Представители гособвинения потребовали продления существующей меры пресечения для всех восьмерых обвиняемых. Для Ефремовой, Прокопьевой и Сергея Дербенева подписку о невыезде. Для остальных содержание в следственном изоляторе. Ссылаясь на ухудшение самочувствия, обвиняемые Зак, Фиткулов, Игорь Дербенев, Росляков и Мухутдинов в начале заседания просили о смягчении им меры пресечения. Суд счел их пребывание на свободе опасным для общества. Имеется достаточное основание полагать, что, находясь на свободе, Зак, Фиткулов, Росляков, Дербенев и С. Мухутдинов могут скрыться от суда, оказать воздействие на уличающих их свидетелей, чем могут воспрепятствовать производству и установлению истины по делу. Поэтому суд не находит оснований для изменения обвиняемым Заку, Фиткулову, Рослякову, Дербеневу, И.С. и Мухутдинову в настоящее время меры пресечения на более мягкую. Мера пресечения продлена на полгода, до 8 марта 2011-го. Кроме этого, суд назначил дату рассмотрения дела по существу. Заседание состоится уже в начале октября. Суд постановил назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в 10 часов 4 октября 2010 года в помещении бывшего ДК «Телта» по адресу город Пермь, улица Акулова, 14. Антон Шибанов, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.